Мы делаем вот такую халву домашнюю. Магазинная, потому что есть жмыха. И масло отжато, и мука добавлена, и консерванты всякие, сахар. Ну, вот, делаем на меду. Берем семена подсолнуха очищенные. Перекручиваем на кофемолке, перемалываем. Добавляем мед. То послаще, то поменьше меда. На глазок смешиваем примерно в стакан жмыха, ну вот этого вот муки, порошка подсолнечного, который получается. В стакан, так, ну где-то 2 столовые ложки, это уже будет предостаточно. Но опять же на вкус и цвет все это перемешивается. Подсолнечный порошок и мед. Кладется в кулечек, убирается в холодильник на несколько часов. Часа на 4. Это пропитывается, лежит. Скатывается в колбаску для удобства или в шарик. Получается вот такая халвунья. Вкусная, жиры полезные. Магазинная, она еще окисляется быстро, долго, если лежит. Она окисленная уже. А вот это вот, если свежая есть, то она еще более-менее живая. Полезные жиры. А жирами наелся, как кето-диета. Наелся жирами вместо углеводов, и не поднимается сахар в крови. И хорошее ощущение такое, сытость. Ну, то есть полезные жиры надо вводить в свой рацион вместо быстрых углеводов вредных. Такой вариант приготовления домашней халвы, простой, быстрый очень. Это вообще шарик без пропитки, не ставили в холодильник, сейчас скатала прям. На кофемолке перемолола, скатала в шарик медовый, и все. Как вариант просто.